Межвузовский волейбольный турнир «Планета Университет», посвященный столетию Иркутского государственного университета, состоялся на площадке спортивного клуба «Весна». В юбилейном празднике приняли участие сборные Байкальского государственного университета, факультетов и институтов Иркутского государственного университета. Организатором этого важного мероприятия стал юридический институт. На церемонии торжественного открытия турнира с приветствиями к участникам выступили директор юридического института ИГУ и многие приглашенные гости. Искренне поздравить с нашим праздником. Праздником, который посвящен столетию Иркутского государственного университета. Соревнования начались с танцевального номера клуба «Байкал Данс», подаренного гостям и участникам межвузовского волейбольного турнира. Праздничная и юбилейная атмосфера соревнований усилила накал спортивной борьбы между сильнейшими командами высших учебных заведений Иркутска. Игры отличались красивыми передачами, жесткими атаками нападающих и слаженной работой команд. Фаворитами турнира стали сборные Иркутского государственного университета и юридического института ИГУ, которые с энтузиазмом сражались за первое место. В результате финальной борьбы победу одержала сборная команда Иркутского государственного университета. На втором месте – юридический институт ИГУ. На почетном третьем – сборная Байкальского государственного университета. Судейская коллегия определила лучших игроков в номинациях. Лучший нападающий – Максим Хватик, БГУ. Лучший защитник – Григорий Белоусов, юридический институт ИГУ. Лучший пасующий – Николай Вахрушев, сборная ИГУ. На церемонии торжественного закрытия командам-победительницам были вручены медали и памятные подарки. Сборная Иркутского государственного университета, директор юридического института ИГУ Олег Личичан вручил заслуженную награду – Кубок победителя межвузовского волейбольного турнира «Планета Университет».